Вообще вы очень шикарно выглядите. Привет! Привет! Ее зовут Анастасия Постригай. А его зовут Юрий Постригай. В сентябре мы решили пройти отличный, великолепный тренинг 90 дней без критики. Тренинг заключался в том, что нужно было 90 дней, целых 90 дней, 90. Не критиковать друг друга ни на словах, ни в мыслях. Вы представляете, это такой большой промежуток времени. Большой промежуток времени, за который наши отношения должны были бы стать просто идеальными, просто самыми лучшими на свете. Как вы думаете, что произошло? У нас получилось? Получилось! Нифига у нас не получилось! У нас ничего не получилось! У нас ничего не получилось! Мы старались, но вообще ничего не получилось. Какой-то кошмар. Очень сильно старались. За то время, сколько мы пытались этот тренинг провести, я поняла для себя, что самое важное это в этом тренинге никогда не останавливаться и заново начинать. Да, нужно не останавливаться, нужно дальше продолжать заниматься этим тренингом. Конечно же, хотелось всегда критиковать. Каждый день мне хочется прям... Как же быть? Буду стараться дальше продолжать ее вдохновлять, удивлять, любить. И радовать. Ну, радовать не знаю. Многие бросают. Не получается сразу и бросают. Нельзя бросать ни в коем случае. Нужно продолжать. Это как в тренажерном зале. Когда прям больно, прям вообще сильно больно. Надо продолжать вперед. И я теперь от этого ощущения состояния балдею. Да, короче, до боли в мышцах, когда прям болит. Мы вот вчера ехали с Юлей по делам. И он ехал за рулем. И я ему советую там, перестройся в правый ряд. На Варшавке всегда надо в правом ряду. Надо ехать в правом ряду. Я ему 3 раза сказала, в правом ряду. И также наоборот. И я понимаю, что сейчас вот этот момент, когда вот я его сейчас должна покритиковать. Я взяла прям такая вот и замолчала. Мне было безумно сложно, просто невероятно сложно. Я закрыла глаза, поняла, что если сейчас глаза не закрою, то у меня рот никогда не закроется. Я выдержала, и если бы до этого не было вот этого большого периода, когда мы этот тренинг проводили, я тебе все сказала, все, что я тебе думала. Есть, оказывается, такие, которые считают, что нужно друг друга критиковать. У меня есть подруга, которая считает, что нужно критиковать мужа. Таким образом, он станет более воспитанным, более правильным, и жизнь потом у них будет просто шоколад. А я хочу всем девушкам сказать, что это очень важно. Не вносите мозги своему мужу. Дорогие мальчики и девочки, преуспевает тот, кто не устает пытаться. Поэтому, даже если у вас не получилось за 90 дней, пусть у вас получится за 180, 360, 295 500 и так далее. Пока. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.